Ну и что? И что тут может быть интересного? И что ты нам Клинт 8 показываешь? Какая ничья? Где мастер? Где вообще 10 тысяч урона? Что это за фигня, черт подери? Алло, Клинт, что здесь может быть интересного? Ты вообще там на своем бизоне нифига не сделал? Вот такие вот впечатления можно слышать и увидеть из данных скриншотов. Если бы не бой, который я провел вместе с ребятами в укрепрайоне на 8 уровнях на танке Безолда. Добро пожаловать и приятного всем просмотра. Бой очень интересный, обещает быть потрясающим и необычным, нетипичным, вообще нестандартным боем. Бой был выигран, точнее сыгран, в нетипичное и нестандартное время. И вот смотрите результат этого действия. Впереди едущий БЗ-176 уперся в горочку и отвернул ствол назад. И так он проиграл до своего финала в этом бою. Еще раз всем приятного просмотра. Финал боя будет просто потрясающий. Где-нибудь в середине, я думаю, буду пролистывать, потому что особых интересов не будет. В основном Клинт, собственно, как обычно, сливается и дает союзникам время поиграть. Кроме того, выражаю огромную благодарность командиру данного события, с которым я катал. Он просто красавчик. Мне понравилась команда, в которой я сыграл. Мне понравилась командир, как командовал. И все было замечательно. Как вы видите, такой состав. 3 БЗ с нашей стороны, 3 БЗ с их стороны. Есть 3 средних танка у нас, есть 3 у них. У нас ПТ-шечка, у них легкий танк. Однако, при этом, как вы можете заметить, один танк у нас уперся в скалу, и там он и продолжает. Продолжает стоять бездейственно. А время, в котором был сыгран данный бой, это время перезагрузки серверов. И у многих, в том числе и в нашей команде, и в команде противника, у игроков просто вылетела игра. Просто вылетела игра, и они ничего не могли сделать. Мы, вот точно я не помню, кажется, мы общались по Дискорду, и при этом это было весело, забавно. И, как видите, начало боя интересное, потрясающее. 3-4 счет, и несмотря на то, что у нас один танк АФКшит, это можно считать 3-5 счет. Вот так вот разворачиваются события. Мы захватили практически танками всю карту, и при этом противники захватили гору. Уничтожили наших пол команды, тупо 5 танков, 5 тяжей ушли в тартарары, и Бараск стал на захват базы. И что вы думаете, будет тут победа? Естественно, вы уже видели результат финала боя. Но какой он будет? Вот это будет весьма интересно. Итак, перед вами Турнваген застрял. Кликают в Бараска. Бараск пока бездействует. Тут я туда-сюда кликаю, перемещаюсь. И вот этот Барасик, который стоит и просто стоит. Вот точно не помню. Просыпается Бараск, вроде как просыпается. Очень долго он стоял. Почему он стоял? Да потому что он тоже вылетел. То есть в нашей команде как минимум 2 игрока вылетело. И вот такой вот сейчас идет результат. Остается 2 Бараска. Один из них командующий, другой из них фуловый по ХП. У команды противника также, вот не помню кто, по-моему, Светляк в начале боя вылетел из игры, и поэтому его сразу избрили. И противники уже мчатся добивать. И вроде бы что, 2 Бараска можно разыгрывать. Но тут случилось такое, какое-то несякое. Тут начинают кликать немножко... Немножко напарник Барасика, который фуловый, не туда поехал, немножко не то сделал, но ничего страшного. Это не помешало сделаться финалу красивым. Он добирает БЗ. Возможно, именно этот момент стал крайне эффективным. И остается 2 тяжелых танка. Один из которых Базик, другой Шкода. Ну и они, собственно, половинчатые. И один Бараск. Тоже половинчатый.
Поехали. Как это будет происходить? Итак, убегаем. Конечно же, первым делом убегаем, теряемся за света. И теперь надо соображать, что куда. Обманный маневр, возвращаемся обратно. И возвращается Браск на крайнюю точку. По периметру. Заходит БЗшечка, выстрел, подсвет был, по-моему, был. Не было подсвета, да, подсвета не было, я тоже удивился. И что? И вот тут, вот этот момент, игрок прочитал шикарно, просто шикарно. Я этот момент не упустил, я бы сыграл иначе. В той ситуации, в тот моментик, когда происходило событие, я бы сыграл иначе. Я подумал, что БЗ сейчас мчится за ним. И тут он пропадает непонятно куда. И Кэп подумал, что он мчится как раз туда, куда он и поехал. А я подумал, что он мчится за Бараском. Оказалось, все-таки Бараск прочитал. Прочитал эту тему шикарно. Шикарно, самостоятельно. Взял и прочитал. Класс. В итоге Базик, заезжает вон туда, в нычечку. И Бараск находит Шкоду. Получает плюху, становится вообще шотным, и ему нельзя упускать ни одного момента. Ни одного, ну и ошибочки допускать нельзя. Делает вертухан, в лицо пробивает. И все кричат, Шкода Кадет, добивай! Выезжает, корма, выстрел, уничтожен, круто! Да, именно так кричала команда, что он Кадет, выезжай, он Кадет! Да, и вот что, остается БЗ. Против Бараска. У БЗ еще есть хп-хи, у Бараска хп нет. Ошибок допускать нельзя. Возвращается на базу, на свою. Я так понимаю, на снайперочку. И тут уже, как видите, на мини-карте тишина. В команде что-то было, что-то говорили, но это уже не касалось особо боя. Ну, был такой расслабленный... Расслабленная атмосфера, было все интересно, здорово. И вот, ловит. Выстрел. Второй выстрел. Засвет. Не было засвета. Выезжает. По-моему, засвет был вот здесь дальше, на перекаточке. Да, вот он засвет. БЗшка стала за кустом. И в момент под холмом засветила. Ну, тут все начали размещаться. Да как он засветил? А сам не светится. Как такое может быть? Вот он. Мы знаем, что он там. У него 800 хп. Бараск за два выстрела его не забирает. Но это еще надо не просто выстрелить, а еще и не получить выстрел. И как это будет? Ну давайте посмотрим. Конечно же камешки. Коварные камни. Коварные уступы под кустами. Ну прям как я. Люблю это... делать. Посреди поля один камешек, и на этот я должен наехать. Влетает. Времени нет. Вариантов тоже не особо. БЗ поворачивается туда, сюда. И здесь что произошло? А здесь холмик. А здесь холмик, и БЗ не стреляет, потому что холмик. Хоп, топ, сюда, туда. Едет. 20 секунд до финала. По захвату. Тут снова холм. БЗ не стреляет, откатывается. 50 секунд до конца боя. БЗ. Бараск. Шотный. Выезжает на прострел. Разворачивается БЗ. Сейчас, секундочку. И смотрит в эту сторону. Смотрите, он уже готов. Он знает, что Бараск здесь вылетает. Вылетает и... И его ствол прям за корму уходит. Он не успевает наворачивать. Не успевает. И он еще при этом делает выстрел. Делает выстрел. Он при этом двигается. Это основная ошибка многих игроков. Притом, когда вас кружат, вам не нужно никуда ехать. Стойте на месте, нажмите кнопку поворот корпуса и вертите мышкой, поворачивая башню. Никуда не едьте. Из-за того, что БЗ начал ехать назад, он упустил момент поворота, и Бараск его закружил. И в итоге снаряд попал в землю, но не в танк. И вот оно! Поехали! Барабан! Херяк! Херяк! Остается 93 хп.
Бараск не успевает перезарядиться до того, как перезарядится БЗ. Возможно. Вот этого я точно не знаю. Точных показателей по перезарядке как БЗ, так и Бараск. Но герой боя не решается. Не решается ждать и тараниться, или еще чего-то. Не решается мучать и испытывать удачу на то, что БЗ промажет еще раз и прячется за домиком. В итоге вытаскивает бой на ничью. Это просто, ну вот это эмоции, друзья. Вот из-за таких, благодаря таким эмоциям мы играем в танки, в командные бои, которые сейчас называются вылазки в укрепрайонах. И получаем массу классных удовольствий, впечатлений, эмоций при игре. И в том числе общение с игроками в команде. И вот такой бой был сыгран. Я считаю, что бой был сыгран сбалансирующий. Так как у противника тоже были танки, которые игроки, которые вылетели в этот момент из игры. И у нас было два игрока, которые вылетели. Один так и не смог зайти, а второй, Бараск, смог зайти и помог в решении, скажем так, хотя бы вытащить на ничью ситуацию. Ну и как отыграл наш главный герой Мидл Бараск на финале боя, это просто круто. И вот это того стоит, это экшен, друзья. Спасибо всем за ваше внимание, за то, что смотрели этот ролик. Поддерживайте главного героя, ставьте шикалайчик и подписывайтесь на канал. Будет еще больше интересных видяшек. Я стараюсь показывать вам качественные бои, интереснейшие, чем-то уникальные. Ну и всем хороших боев, удачи и классного настроя. Пока-пока, до скорых встреч.